привет, дорогие друзья! Что я хотел бы, во-первых, рассказать? Я бы рассказал бы о том, что меня сильно взволновало. Взволновал меня пока еще действующий генеральный прокурор Юрий Витальевич Луценко. Отказывается выступление на своем уходе, мотивируя это тем-то и тем. Да? Почему Юрий Витальевич исполняет выход? Да, ну, я понял, что посмотрим. Какого хрена ты с собой взял одно из последних это право граждан обращаться с заявлением. Это не клоунский рассмотрение по ним отказ. Вы получаете за это зарплату. В том числе поставляются колоссальные средства. Какого хрена вдруг ты пишешь заявление? Here. Behind this thing. Number 3 is controlling here, no worries. Thank you. I'm reviving him. You have enemy? Yes, no. This squad. And you kill.
с enemy, fuck. Fuck, I dead. Oh fuck. I don't have a scope, guys, I can help. May I go away? I need heal, man. Yes.